Привет, мои дорогие, как у вас дела? Сегодня мы будем готовить. Помните, у меня оставалась украинская желтая глина. Вот такой кусочек. Вот желтая глина. Вот такой кусок у меня остался последний. Так, камеру держу, конечно. Может, немножко будет туда-сюда шататься, да? Хочу передать привет. Малайзия. Салам алейкум, Азербайджан, Индия, Канада, Америка, Пакистан, Арабик, Иран, Турция, Кыргызстан, Казахстан, Санкт-Петербург, Австрия, Испания, Париж. В общем, вся Европа. Большой-большой привет, здравствуйте, ассалам алейкум. И все страны СНГ, здравствуйте, мои дорогие. Всем ассалам алейкум. Также Корея включительно, да? Передам привет, а то есть, которые хотят услышать меня. My dear, hello. Мерабалар такипчаларым насылсыңыз, иимсыңыз. Бен иим. Бүгін біз крема япачас. Белімки Украинадан сон бір килим бар. Аз калды. Сары килим. Бен оны önce ютуёдум, билиёсуңыз. Önceki видеоларымны ким излесе, онлар билиё. Вот такой кусок. Мои дорогие, в общем, мы сделаем сегодня из него кремик. Сейчас мы его зальём кипяточком. Кукусы и нанолмаз. Ай, Аллах. Ай, как вкусно пахнет. Слактоз. Вот и азан. Ой, как он пахнет. Thank you.
такое. Такой вкусный. Сладкий. Ямур. Сладкий ямур. Я насыл дейдем дору. Ямурдан сонра олуйор я. Бери бе коку. Тоз кокусы. Ай, Аллахам. Чуть гюзель коку йо. Девчонки, так пахнет прям вообще просто. После дождя. Вот прям после дождя и все, и больше ничего. Воды немного. Нормально, как раз будет хорошая кашица. Пока оставлю вас сейчас на секундочку. Отключусь. В общем, девчоночки мои милые, дробила я его немножечко, чтобы процесс был более быстрым. Ну как дробила? Ложечкой. В общем, оно вот так постепенно. Я его мешаю, но не знаю, наверное, минут 40 или час с ним вожусь. И в итоге он становится вот такой у меня, как сметана. Но я его вот так постоянно кручу просто. Немножко водичку оставила, не вылила, оставила ее. Потом вдруг надо будет добавить, думаю. Ну, слила маленечко. Вот такой кусок остался. Все, такой самый долгоиграющий. Но он уже становится пустой. Так, и пчелорам, я ваш куйолью. К вам. Девчонки, к вам. Там крема гибеол малы. Конечно, режиссер с меня, наверное, не очень, да? Как там одна написала, Ахмедова. Ахмедова, кстати. Вот интересные люди бывают. Не хочу в этот Рамазан что-то говорить. Но это Ахмедова. Если не нравится вообще ни я, ни мое видео, я не могу понять, зачем человек открывает их. Чтобы это написать, я бы никогда не открывала, честно. Мне кто не нравится, я их вообще не смотрю. А кто нравится, смотрю. Ну, чтобы я написала какую-то пакость, ну, это вообще уму непостижимо. Зачем вот так написать? Да я уверена, она открыла мое видео, просмотрела до конца, написала и все. И успокоилась. Ахмедова, самое главное, пусть у тебя все будет хорошо, ладно? Я тебе желаю здоровья и счастья. Вот девчонки начинают прям уже густеть, смотрите. Вот этот кусочек, вот он будет у меня вот так вот постепенно, постепенно. Я его вот так вот иногда раз, раз. А вот это вот то, что там такая густая, да, там, как, не знаю, комочки такие. Я их по краям прям растираю. И оно как бы так лучше, чем просто его мешаешь, да, без толку. А я их так по краям, и они
Ну вот, видите, уже остался маленький кусочек, остался вот такой. Так, человек, я ваш Ирио. Кую-ю. Варим крем. Где варим? Оставим. Это особенный крем, где не требуется газ, плита. А ну, вот так вот само по себе. Ой, прям эти кусочки хочу съесть. Ну, вы знаете, что она такая, да, вот в песочке. Кто вот раньше смотрел мои видео, такая вот скрипит на губах. Ой, на губах, на зубах. Скрипит она, скрипучая. Кремка красивая, аппетитная. Даже вкусная, очень она вкусная. Вот, девчонки, у кого есть возможность с Украины там заказать, вот честно, закажите вот эту желтую. Желтая глина, так и называется. Ой, это нечто. Честно. Она такая вкусная. А какой у нее запах? Какой запах? Вообще. В общем, я не ленюсь. Именно эту глину мешаю. Ну, вот она получается такая красивая. Вы знаете, не все глинки такие получаются. Кстати, вот чуйская тоже так получается, если ее долго-долго мешать. Да, красная тоже так получается. А вот из Туркестанов, не знаю, вот светлый Туркестан, она прям, она... Это крупинчатая становится, как будто бы, что ли. А вот это нет, это однородная прям. Ну вот, сделали мы наш крем. Немножко у нас здесь есть. Ну вот сзади ложки только вроде как. Здесь еще чуть-чуть кусочек. Ну вот, я ее вот так буду крутить бесконечно, пока у Маши рука совсем не устанет. И все. И вот, пожалуйста, вам крем. Вкусный-вкусный крем. Букрем чок взял. Тады мухтыща. Delicious. My yellow cream. Made in Ukraine. Ну вот и комочков почти нету. Ну вот так вот, девочки мои. Так что, пожалуйста, посмотрите, поставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь, кому нравятся мои видосики, да? Люблю, уважаю, ценю вас. Вот еще этот кусочек, сейчас я его поймаю на спинку ложечки, и дальше вот так мы ее будем прокручивать. Вот так вот, девочки мои. Ну вот наш крем. Ну все, пока-пока. Целую вас. Таким пчелырам. Хош чекал. Тешекюредерем. Пюром севюром. Bye, my dear. I love you.